Чистить подножки у этого велосипеда. Нужно вот это вот черное кольцо вниз потянуть. И подножки отпустятся. Потом, чтобы на 360 градусов повернуть сидушку, нужно будет открутить вот это вот, вот такой вот болтик. Вот так, немножко открутить. И развернуть сидушку. А потом обратно закрепить это все болтиком. Спинку у этого велоуправления нужно посмотреть назад. Там есть вот такой вот рычаг. Как и у всех колясок, вы просто тянете его наверх и одновременно вниз. То есть вот спинка отпустилась. Максимальное положение спинки вот такое вот, лежачее. Тоже есть болтик, только смотрите, я не просто вниз его тяну, а именно приподнимаю сначала наверх, а потом отпускаю вниз.